еще, его еще. Всем привет, с вами шоу «Холостяк» и ее ведущий. Сегодня мы ищем жениха нашей прекрасной невесте. Она, конечно, у нас в возрасте, ей сколько, 45 ей уже, старушка? Ищем жениха красивого, породистого, желательно с деньгами, с квартиркой в Москве. И Мерседес нам нужен, Мерседес или Бентли. Ну скажи, что тебе нужно, какие тебе финансы нужны в жизни? Да, какие у тебя планочки, да. Яхту хочешь. Если у вас есть красивый британец, и вы хотите красивых котят, пожалуйста, обращайтесь к Лизоньке, к нашей. Она все сделает как надо, ее мама научила, что нужно делать. Да, дочка, ты не слушай пока, мы тебя в экскорт не отдаем. Там ты еще у нас маленькая. А мама у нас должна зарабатывать, правильно? Да, мама будет работать. Так, никакого жениха больше не будет. Пойдем сейчас с дворовым котом, с рыжим каким-нибудь страшным спариваться. Поняла? Никаких красавцев и принцев на Бентли. Все, и котят нам от тебя не надо. Крыса, лишь бы не шипела лишний раз. Это что такое? Аве Мария! Ммм!